Подготовка к отправке сканера в XDA HCX Nano. Данный сканер является урезанным аналогом DICE сканера и работает с программой VIDA для диагностики марки Volvo. Собственно, дилерский сканер, дилерская программа. В комплект со сканером входит заводская коробка, сканер, USB кабель и диск с ПО. Сам сканер выглядит следующим образом. То есть он небольшого формата. Здесь у нас выход микро-USB. Далее здесь также USB кабель находится и диск с ПО. Итак, отправку я буду производить через ТКСДЭК, транспортную компанию. Данная посылка поедет в город Томск на адрес Фрунзе 86. Получатель у нас Алексей Викторович. Также сейчас буду производить упакование коробки, защитную пленку, после чего отправлюсь в офис ДЭКа. В офисе буду производить фото и видео отчета отправки с накладной. Возможно, если потребуется продемонстрировать внутренности коробки, в офисе ДЭК при отправке иногда, в зависимости от менеджера, требует показывать, то сделаю фото без наличия защитной пленки. Естественно, после отчета коробку я заново упакую. Итак, давайте приступать. Итак, все, произвел я упаковывание. В принципе, этого хватит. Естественно, в коробке данная посылка будет посылочки S, еще в одной коробке, чуть большего формата. И уже сверху и снизу коробки будет подкладываться защитная пленка для того, чтобы сама данная коробка со сканером не болталась там. Ну и была защищена. Ну и все, теперь отчет со СДЭКа.